В Германии с сегодняшнего дня раньше запланированного срока вступают в силу ужесточенные миграционные законы. Они упрощают высылку из страны нелегалов. В частности, Берлин расширил список безопасных стран происхождения, что позволит ускорить процесс высылки их граждан на родину после отклонения заявления о предоставлении убежища. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер пояснил: мигранты будут обязаны покинуть нашу страну в установленный срок. К концу этого срока оказываемая им материальная поддержка сократится до нуля. До своего отъезда они будут получать только самое необходимое. В этом спортзале в Берлине временно разместились около 1000 беженцев. В их распоряжении душевые кабины и столовая. Оказывают мигрантам и медицинскую помощь, но проблем хватает, говорит дантист-волонтер. Мы должны полагаться только на пожертвования для работающих здесь медиков, для закупки необходимого оборудования и материалов. Все это инструменты одноразовые, и мы собираем их повсюду. По прогнозу германских властей, в ФРГ в текущем году прибудут свыше 800 тысяч беженцев. В Берлине полагают, что поправки к законодательству позволят ускорить процедуру высылки из стран мигрантов и стран Юго-Восточной Европы с тем, чтобы сосредоточиться на оказании помощи беженцам из государств, охваченных военными конфликтами.